Всем привет! В очередной раз хочу показать вам еще один нож из моей коллекции от фирмы Herbertz. Сделан из стали 420 под номером 213-309. Здесь имеется приспособление для того, чтобы вешать тоже на ремень, как и у многих других. Здесь отверстие для того, чтобы можно было продеть сюда веревку или какой-то карабин, повесить. Накладки сделаны из дерева, с какого точно я не могу сказать. К сожалению, сделаны так в классическом стиле, с нарезками. В принципе, очень элегантно, красиво. Сам он по себе небольшой. Сделан для маленькой руки, самого небольшого размера. Можем посмотреть сейчас. Лезвие у него 7 сантиметров. Значит, в разложенном виде полностью он 16,5 сантиметров. В закрытом виде сейчас посмотрим, сколько он. В закрытом виде он это 9,5. сантиметров. Вес у него 95 грамм. Сложим его. Такой красивый, элегантный нож. Я думаю, по нему все. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте. До встречи на моем канале.